Привет, народ. Хочу поговорить немножко. Магазин Юлмарт на Благодатной, 50, по-моему, дом. Отсюда собирается переезжать. Я думаю, здесь будут строить дома, никому не нужные сраные дома, которые, ну, обычный народ туда не переедет. Какие-то варьё туда, где будет бандитская какая-то обслуживающая организация. И если эти богачи сидят, и у них стоят квартплаты по 10 тысяч, там 50, 100 тысяч рублей, за это платите все равно вы. То есть вам надо будет платить. Это не они же своими деньгами, они где-то вас обирают. Вот такая вот не очень хорошая вещь. Но закономерно будет, я думаю, здесь будет говнодом. Ну, жилой, никому не нужный. Или ничего, пустота какая-нибудь. Ну ладно, пока живые, мы уже не революционеры, а ультрареволюционеры. Ведь революционеры все просрали, еще не начиная, потому что они используют старые схемы. Старые схемы уже не работают. Пора одуматься. Все, пока. Это был истинный следователь. Закрытие магазина Юлмарт в Петербурге.